Учащийся 9 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Айдар Багаудинов стал обладателем диплома второй степени отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по химии. Его результат составил 14,25 балла. Ежегодно ребята становятся призерами, получают дипломы, она проводится онлайн. И почему я говорю, есть более такие мощные олимпиады, которые всероссийские, они проводятся сначала онлайн, а потом в разных точках, разных городах, кому где ближе, проводится очный тур, откуда в формате ЕГЭ присылают задания, да, распечатывают, дети делают, их работа сканируют и отправляют. Основными целями и задачами олимпиады является выделение одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению и планирующих свою профессиональную деятельность в газовой отрасли. С победителями отраслевой олимпиады школьников «Газпром» планируют заключить договор о целевом обучении. Лилия Баталова, Лев Диденко, Универ Ньюс.